тут уже начали подготовку к статуям из песка. Видите, тут каждое лето проводит как фестиваль скульптуры из песка. И сейчас уже подготавливаются где-то, наверное, может быть, в конце месяца или в середине будет выставка. Блин, на море, конечно, круто. Тут какие-то скульптуры помятые, непонятно, что это. Там дальше порт. Пойдем потом прогуляемся, кораблики посмотрим. Тут такой пирс. Ребята, всем привет! Мы сегодня приехали на море в город Остенде в Бельгии. Сейчас здесь гуляем. Кристиан наш, ну, наконец-то им получается заснять видео, то он немножко капризничал. Мы сейчас погуляем, тут подышим воздухом, посмотрим, что тут есть. Конечно, классный такой вид. Воздух морской супер просто. Сегодня очень тепло. Плюс 30 у нас. Так что тут вообще погода офигенная. И как раз на море можно погулять. Много людей загорают, но купаться вроде как нельзя. Но кто-то даже пытается покупаться. Мы сейчас пришли на пирс. Тут будем гулять, потом пойдем посмотрим корабли. В общем, вдоль набережной погуляем, подышим морским воздухом, раз уж приехали в Бельгию. Есть такая возможность. Конца пристани, в общем, не знаю, как она правильно называется, на город Остенде. Не, конечно, классно жить рядом у моря, даже не то что купаться, а просто гулять, ходить. Наверное, постоянно я бы не хотела, потому что все-таки море — это значит много туристов. А где-нибудь недалеко возле моря отлично было бы. Вода такая прохладненько. Ну, кайфовое место, такой песок, тут заход хороший. Люди купаются. Ну, такой еще ветерок прохладный, так что купаться не знаю. Видите? Такая портовая пристань. Даже есть океанариум. Такие вот домики. Прям рядом с набережной кто-то живет. Я представляю, сколько стоит тут купить квартиру или сколько тут сдают посуточно, если ты хочешь пожить возле моря. Цены, наверное, космические. Сейчас идем там вдоль набережной. Какой-то рыночек с морепродуктами. Хотим посмотреть, что там есть. Может, Арчём что-то захочет. А вот это вроде как океанариум. Кто?
А тут тоже, кажется, это некий разве, это тоже продают морепродукты, рыночек. Ой, запах какой, вы бы знали. Пахнет всем сразу. Здесь вот здесь, оказывается, океанариум. Там дальше уже набережная. Артём выбрал себе вот такую всячину. Тут какие-то креветки, крабовые палочки. Вот это какая-то билиберда. Но Артёму, наверное, понравится. В общем, приятного аппетита тебе, Артём. Спасибо. Еще дают соус там, выбираешь. Взяли какой-то майонезно-йогуртовый, короче, не знаю. Все, ребята, мы уже выезжаем из-за стенда. Едем обратно в Беверин к моей сестре. Так что там увидимся с вами чуть попозже. Приехали домой, и сейчас хотим посидеть тут, погрилить. Артём разжигает угли, тут такой дворик, так что мы будем делать барбекю. Замариновали мясо, рыбу, курицу, в смысле, еще овощи надо сделать. Вот это, кстати, пиво бельгийское Джиплер. Артёму, в принципе, нравится, говорит, неплохое. Так что, кому интересно, вот такое пиво бельгийское попробуйте. В общем, мы решили начать жарить мяско. Тут такой вот хороший двор. Там я. Что посидеть можно. Там еще дальше есть небольшой огородик. Сейчас я открою дверь. Вот такой вот. Тут можно что-нибудь сажать, по сути. Даже можно, наверное, грядочки сделать. Наш бандит пришел. Кристиан, ты бандит? Ай-яй-яй! Сейчас кого-то там поймают. Детям можно побегать. Тут деревья, аккуратно. Мясо пожарилось. Так что мы тут уже приступили. Кто будет кушать, тоже приятного всем аппетита. Ребята, всем привет. Сегодня следующий день. Уже выехали домой. Сейчас подъезжаем к границе Нидерландов с Германией. Ближайший город к границе
деле этот Аахен находится. В общем, мы уже едем домой, прошли наши выходные, замечательно просто отдохнули. Сейчас едем домой. Главное, что все было хорошо по дороге и поменьше пробок. Но пока пробок не было, да, может быть, где-нибудь на автобане, пускай не будет. В общем, когда мы приедем домой, я покажу вам, что мы прикупили. Так немножко взяли кое-какого сыра голландского и бельгийского, так еще шоколадки, в общем, я вам покажу. Так что увидимся уже в Германии. Взяли вот такой бельгийский гауде, вроде бы как. Вот это тоже бельгийский, но это старый гауде, это молодая. Потом взяли вот такой вот старый... Сам потише. Старый Амстердам. Это не, голландский. Вот такой вот Брюгге, тоже бельгийский. И вот это тоже, кстати, Брюгге. Я, кстати, не знаю, может быть, даже это одинаковые. И вроде отличаются, да, это не с такими. Потом взяли еще шоколадки. Это вот такая тоже голландская. Это тоже голландская. Это вот бельгийская темный шоколад. Взяли вот такую, как пасту намазывать на бутерброды. Она прикольная, с сыром мне понравилась тоже. Артем захотел такой сыр попробовать. В принципе, возможно, эти сыры есть и у нас. Но мы как-то в магазинах не обращали внимания, поэтому взяли. И вот такой сыр тоже. Какой-то тоже бельгийский. Говорят, ну, в общем, по совету наших родственников взяли. Надеюсь, вкусный. Я думаю, они плохого не посоветуют. Такое вот пиво Квак нам угостили. Это вот, которое пьется из такого специального стаканчика. Стаканчик у нас есть с прошлого раза. Вот такие небольшие покупочки. Как вы поняли по покупочкам, которые я уже показала, мы доехали домой. В общем, в этот раз дорога обратная была хорошая. Пробок почти не было. Пару там таких небольших было. Но мы доехали за 4 часа. Что как бы очень нормально, а не так, как мы ехали туда за 6 часов. В общем, наша поездка в Бельгию подошла к концу. Выходные заканчиваются, завтра начинаются будни. Я сейчас сажусь уже монтировать для вас видео. Надеюсь, вам будет интересно их посмотреть. И так что всем хорошего настроения, приятного просмотра следующих моих видео. И увидимся совсем скоро. Всем пока-пока.